И сегодня у нас на обзоре вот такие вот губочки. И давайте я вам покажу, для чего они нужны. В принципе, стоят они вообще копейки. В наборе у меня было две штуки, но можно их заказывать и по отдельности. Я использую первую для зубной пасты в ванной, эту для крема. Вот. В принципе, штука очень хорошая. Если вначале еще можно легко крем выдавливать, то уже вот здесь начинает раздражать вот так вот все вниз. А вы вот это вот губки взяли. Есть, кстати, с разными животными. Вот. И вниз вот так вот потянули, надавили. Все. Элементарно. Вещь, в принципе, хорошая. Ее можно даже на подарок. Кстати, эти пришли мне не в коробочке, не в упаковке. Просто завернуты были в полиэтилен и в... Вот в такой конверт сейчас покажу. Вот в такой конверт. Вот. Но я планирую еще на днях заказать в коробочке, там где в наборе две штуки. И, но ссылочку я вам как раз дам и на них, и вот на такие, на эти губки. Так, именно на этот вот товар, получается, ссылочку дам. И до новых видео всем. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал и вступайте в группу ВКонтакте AliExpress. Пока-пока.